Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube. Сегодня у нас на распаковке, на обзоре вот такой вот коврик для мыши. Коврик поставляется в картонной упаковке. Заказывался данный коврик в магазине Gear Best. Пришла посылочка вот такой вот в белом пакете. Доставила посылку компания «Новая почта International». Ехала посылка ко мне всего около 12 дней. Значит, давайте посмотрим, в чем особенность данного коврика. Такая вот как папочка. Слегка потрепанный. Упаковочка. Коврик сделан из алюминия. С обратной стороны такая прорезиненная подложка для того, чтобы он не скользил по столу. Немного, как вы видите, оставляет следы алюминий. Есть проблема с ровностью данного коврика. Ну, мышка ходит по нему, ездит, бегает курсор. Не знаю, насколько будет это удобно. Коврик очень похож на коврик от компании Xiaomi. Посмотрев обзоры на тот коврик от компании Xiaomi, я могу сказать, что у никого неровный коврик не приезжал. То есть он был идеально ровный. Здесь же коврик по стоимости в районе $8 я его брал. Но ровность его оставляет желать лучшего. То есть, как вы видите, на столе он, конечно же, лежит. Но есть люфт. Ну, звук от движения мыши, в принципе, будет такой же, как на коврике Xiaomi. То есть, потому что материал алюминий, и мышка, когда ходит по нему, то есть вы можете услышать вот такой вот звук. Значит, производитель заявляет размеры коврика 24 сантиметра на 18 на 0,5. Давайте посмотрим, правда ли это. Так, 24 ровно, 18, ну и 0,5, конечно же, здесь есть. То есть, да, 0,5. То есть, в принципе, все как в описании в магазине Gear Best. Коврик покупался к моему моноблоку. То есть моноблок имеет алюминиевый постамент, поэтому, в принципе, будет смотреться нормально. Будет хорошо смотреться с продукцией от компании Apple. И iMac, и MacBook, то есть будут хорошо смотреться в интерьере с данным ковриком. Единственное, то, что устроит ли вас вот этот звук. Мышка ходит нормально, абсолютно нормально передвигается. Вот это мне не нравится, конечно. Можно, наверное, какую-то рекламацию Gear Best отправить, потому что просить какую-то компенсацию. Можно ли его выровнять таким образом? Но он довольно крепкий. Выровнять это вряд ли, мне кажется. Деформировался он при переезде с Китая в Украину. Или он изначально такой был, конечно же, никто не знает об этом. Ну, в принципе, нормально. В два раза дешевле, чем
компании Xiaomi коврик. Или без каких-либо логотипов. Все, спасибо за внимание.